Вторая часть. Ребят, мы рисуем кофе. Ой, забыла привитаться. Всем привет. Итак, я просто забыла, что надо снять видео. Вот, вот смотрите пока что, как получается. Вот так вот. Я кофе рисую. Так вот. Вот. Так, теперь, ребят, прикол в том, что это будет кружка, очень много на ней будут рисуночки. Так, обводим, давайте обведем. Ребята, я хочу у вас кое-что спросить, а вы, стоп. Что? Стоп, 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 стоп. Ребята, вы что, не посмотрели первое видео, где я рисую мороженое? Ну тогда быстро выключайте это видео и смотрите то, а потом это. Быстро, быстро, я сказала. Все? Выключили. Ай, ладно. Вот. Так у нас. Слышите, там курица. Кукарекают. Цыплята. Ну, не совсем цыплята. Взрослые. Подростки. Цыплята. Ай. Как есть дети подростки, так и курицы подростки. Затираем то, что не нужно нам было. Бо оно нам не нужно. Вот. Ты что, хочешь маркер затереть? Да. А ну-ка, покажи ластик. Ластик покажи. Не, он не вымазался в маркер. Нет. А, я думала, вымазаться. Вот. Сейчас будем рисовать всякие там узоры. Короче, да. Ребят, не сильно у меня получается. Ну, это, короче, у меня лайк. Подождите. А как лайк пишется? По-английскому? Да, по-английскому. Ну, я пишу ли, а. Ну, короче, я не буду то писать. Ребята, а вы сейчас напишите в комментариях, как пишется лайк. Просто мы забыли. Да, ребята, вот у вас скачан лайк. Посмотрите, как он. Как он пишется, называется? Как пишется. Да, как пишется. И, пожалуйста, напишите в комментарии, я потом вот тут допишу. Вот тут допишу потом. Дальше рисуем ТикТок. Давай. Ребята. Кто любит. Ребята, давайте устроим мы челлендж голосования. Это лайк или ТикТок. За кто лайк любит. Кто любит лайк, тот ставит лайк. Кто любит лайк, тот ставит лайк. А кто любит ТикТок, с того подписка. Давайте голосуйте, голосуйте. Посмотрим. Посмотрим, сколько нас таких ТикТокеров, лайкеров. Вот лайки, тиктоки рисуем. Стоп. Всякие. Стоп, кто это, ребята? Жучок залез. Где? Вот такой вот. Да он уже дух. А, это муравей, я думала, клещ какой-то. Ты что, если бы это был клещ, то мы его очень быстро выкинули. О, вот он ожил. А. Задавили. Ребята, лайк, пожалуйста. Полечите его лайками, надо лечить его лайками. Ребята, если вы не видите, что она показывает, это вот это. Ребята, эх, бедный муравей, его только поможет лайки и подписки. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь. Всякие у нас будут лайки, мурашка по моему.
тут больше нарисовано? Ну, видели, какой был ветер? Нет, мы не видели. А, вы не видели, да, короче, вы не видели. Короче, вот лайк, тикток, короче, сейчас я буду разукрашивать. Альбин, это видео может идти только 4 минуты. Вот тут видишь 4 минуты. Только 4 минуты. Быстро рисуй. Трубочку рисуем. Очень быстро, очень. Да, ребята, вы можете вот перематывать это видео. Да. Вы же, у вас же есть время куча. Хоть час рисуйте. Нам просто еще видео надо склеивать. Да, ребята. Мы просто постоянно будем... Ребята, вот у вас есть свой канал? Напишите в комментариях, есть у вас канал или нет вообще. Короче, вот я сейчас буду разукрашивать. А, сначала фломастером обвести. Вот. Обводим фломастером. Все. Да, ребята, и ставьте лайки, пожалуйста. Хватит там лайки свои покушать. Ты что, видишь? Да. Ребят, ставьте лайк, кто выходит за линию. Все выходят. Нет. Да, я тоже бы выходила на своем мороженке. Если вы видели, конечно, это видео. А если не видели, не забыли, что Ксюша говорила? Посмотрите его перед тем, как смотреть это видео. Да. Скорее, у тебя 2 минуты. Ребята, мне еще разукрасить. Две минуты. Я не успею. О, давайте я поставлю. Поздно. Короче, ребят, подождите секундочку. Ребята, а теперь будет магия. Ребята, что-то оно недостаточно разукрасилось. Наверное, вы мало поставили лайков. Обязательно ставьте лайк, чтобы все получилось. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три. О, теперь лайки немного набираются, ребята. Молодцы за лайк. Ну, а на этом уже конец. Конец. Все, всем пока. Подожди. Всем пока-пока.